Так, вот. Сейчас второй недуг его. То, что у него прихватило ногу, то, что он всю ночь искал место себе, не мог спать. Поэтому сколько он бедный дексалгина принял, сколько всяких обезболивающих. Ну, ему сейчас уже спит он. Вот тоже надо сначала погладить ноги, подготовить их. Пока еще вот так их. Так, вот так. Ну, начинаем разминочку вот так вообще. Сейчас у него уже помягче, то у него были как деревянные, особенно икры у него были вообще деревянные. Вот у него самая больная нога правая. Вот я ему сейчас и разомнул пока. Вот так. Я как бы растяг здесь двууглавые мышцы ноги. Вот я их как бы не в коем случае вот так. Это надаю, потом это вот так. Вот так, вот так. Вот. Видите, как мне тесто вот месяц на пельмени. Вот вроде этого. Седалищный, потому что он проходит вот так, что до седалищной ости идет. Вот я у него корень зла вот здесь нашел. Как больно? Да. Ну, уже получше, да, чем первый день, да? Чем первый раз, да. Ну вот. Сейчас икра еще жесткая у него, иголен. Но по сравнению с первым массажем, так. Теперь вторую ножку приготовлю. Это получше нога, да? Да. Ну, начинать лучше со здоровой ноги, не так, которая больная. Также я вот все движения делаю отсасываешь с ноги туда. Я начинаю сверху, иду вниз, но мои движения снизу вверх все. Вот я елочкой иду туда, вот. Все, гоню. Да. Можно вот так все. Руки брать, у кого хватает мощи в руках. У меня хватает. Туда. Ну как, ягодицы я уже показывал, как делать вот так ему. Я уже сделал ягодицы просто. Он в таком беде, что. Так, вот так. Под коленками надо слегка. Пройти тоже. Здесь тоже не поздно. И кран вот. Я вот так делаю, например. Вот. Ну, и мои клещи. Так как я показывал, вот так вот беру. И потому что здесь настолько ахилловая уже.
жесткая, ну, руками не сожмешь. А так вот можно. Вот. У него как выражено, у него ахиллово сухожилие. Так, больно, нет? Не очень. Так. Как сейчас, а? Нормально. Получше, да? Да. То есть 20-30 движений туда. Наверное, здесь прошел. Так, пока обширно, не надо пальцы. Вот так. Вот. Так, так. Ну, в первом году терпимо. Ага. Ну, банавато, да? Ну, чуть-чуть даже. Так, второй этап. Покажу ножку. Вот сейчас я прохожу по седалищному нерву его. Пальцы вот так. И вперед. До самой седалищной ости. Эта нога у него здоровые. А задние стопы надо сделать. Опять я делаю вот так. И вот гребнями. Ну, поперечек эти, да? И расслабляем ногу. Ну, готово. Так, эту ножку. Так, теперь здесь проходим. Также седалищный нерв. И вот туда. О, болевато, да? На икре, да. Да, да, у него. У него корень злая нашел вот здесь у него. Здесь мышцы тазового дна находятся. Они говорят, как найти, вот как идет задняя ось, вот так она идет, да? Потом она идет также туда еще. И там, короче, пучки нервов крестца идут. Вот я, ну, если у кого чего, сразу среагирует это, пациент ваш. Сейчас как? Ну, чувствуется чуть-чуть. Чувствуется, да? Да.
А вот и слева? Слева? Нет. Нет, да вот, вот. Здесь чувствуется. Ну, полегче, да, чем бывает? Ну, чем раньше, да. Вот он, видите, вот он даже сразу напрягается. Ну, вот так, но тут ни в коем случае сильно нельзя делать. Так, чтобы вот он, ему больно не было, и чтобы приятно ему не было. Только вот так вот он пока. Так, сейчас также стопку. Ну, факт то, что вот я помог ему. Человек не спит и ходит теперь. А то он не сидеть не мог. Стоять мог на одной ноге, как аист. А сидеть, лежать не мог уже. Так же вот. Все стопоево. И теперь пара кальциевые также. Ослабляем дошку. Так. Обязательно надо, если человек жалуется, что вот у него сзади болит, и дальше нерв, нельзя, надо с двух сторон полностью вся нога должна быть. Опять же, начинаю со здоровой ноги. А то если с задней стороны сделаете, теперь нет, ну, облегчение дадите, но некачественно, неполноценное. Здесь уже мышцы вот спереди, бедренные здесь, бедро. Здесь вот сюда. Ну, у нас. Так. Также вот я начинаю с бедра, не отсюда гоню туда, а отсюда. Начинаю спускаясь, чтобы уже отсюда буду когда работать, здесь уже будет свободно. Видите, у меня все движения, нагрузка туда, кверху. Вниз я просто тащу голову в руку. А так вот все усилия у меня вот по ходу оттока крови. Я это все это подкожно-жировую жидкость, я ее вдавливаю туда в лимфососуды, как раз вот рядом лимфоузлы, и все туда на сортировку идет. Коленки вот так вот хорошо сделал пост, да? Так же голень. Я взял, не пойду, ушел. Ну, здесь кость большая, берцовая. Здесь хватать не надо, больно. Так же вот. Даже пальчики надо все сделать. Перепонки. Даже пальцев
все. И пара кольцевые. Расслабляем ножку. Отошли, положили. Теперь завершаем с нашей больной ножкой. Так, масло. Также вот все усилия снизу вверх. Вот это сначала бедро. Вот видите, все нагрузка туда. Так, не было, Олег? Ну да нет, так. Ну разница есть, да? Ну, почувствуйте мне сейчас подставили. Ага. Также голень сейчас я. Тоже я вот большим пальцем не жму, здесь большая берцовая больно будет. В основном давлю вот мышцы здесь. Вот так же между пальцем перепонки. Вот, кстати, подскажу. Ни в коем случае указательным пальцем не лазьте нигде. Надо вот я, например, без меня. Почему указательным? Энергию теряете. Кому-то это смешно, но это не смешно. Говорит, как ее проверить? Вот радиация тоже, она есть. Ее никто не чует, ни цвета, ни запаха. Она есть. Так же, ну, говорят так. Я этого придерживаюсь. Указательным пальцем ничего не щупайте. Я, например, вот так все никогда. Вот все. Теперь пара кольцевые. Также расслабляем ножку. Это все. И потянули. Так, ну, все на этом.